Маленький ребенок погиб сегодня в аварии в микрорайоне Радужный. ДТП произошло в 7:40 утра у дома номер 17 по улице Сергеевской. На полосе встречного движения там столкнулись две иномарки Hyundai и Chevrolet. По информации ГИБДД, мальчику, который находился в Chevrolet, было всего 2 месяца. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир Chevrolet погиб. Водители транспортных средств получили травмы. В настоящее время проводится проверка, выясняются причины и условия произошедшего.